казахстанских школах началась подготовка к новому учебному году. В образовательных учреждениях прорабатывают вопросы защиты детей от коронавируса. К примеру, в этой школе в Актобе, где обучаются около 1600 детей, коллектив уже приступил к подготовительным работам и с сентября планирует уделить особое внимание санитарным требованиям. Так, об угрозах и способах предупреждения эпидемии будут рассказывать у входа в школу. При этом более 100 учителей и младших сотрудников получили прививки от вируса. Хай мугалим вакцинациядан өтті, өтпеді, өзі ашық бағдарламасы QR-код арқылы қарауға болады. Информация об опасной инфекции будет доноситься учащимся посредством интерактивной доски. При этом в каждом классе установлен прибор для измерения температуры тела и антисептик. По правилам, в кабинете одновременно не должно находиться более 25 детей. Кроме того, перерыв между занятиями классом будет предоставляться в разное время. Дети будут учиться только в одном кабинете. Перемены будут в разное время. Составили предварительное расписание. Сейчас активно готовимся. В прошлом учебном году для учеников начального, среднего и старшего звена были разные входы и выходы. Если это требование будет и в этом году, мы, конечно, будем его соблюдать. При этом как родители, так и учителя надеются, что в этом году учиться дети будут офлайн. Хотим, чтобы ребенок занимался в школе с учителем, чтобы она сидела за партой и выполняла задания у доски. Посещая школу, ученики получают больше знаний. Поэтому я за то, чтобы вернуться к традиционной форме обучения. Будет ли предстоящий учебный год проходить традиционно или онлайн, зависит от эпидемиологической ситуации и решения санитарных врачей.